Еще один момент у «Адмирала», и вторая шайба вылетает в ворота Ивана Федотова. Бакаш увидел перед собой свободное пространство и здорово выстрелил. Бакаш обыгрывает. Бакаш бросает в ближний. Вау! Красота! Бакаш! Перечные передачи и бросок касания. 2-0. Счет становится. Вот так вот Бакаш забрасывает во втором матче подряд. И Мартин Бакаш бросает. Добивание. Шайба не прижата. И гол! Вот это да! Вот это самый, что ни на есть гол, а не голик. Бакаш на пятачке, Осипов за воротами, Осипов защитник, между прочим, и отдает передачу, то есть из офиса Гретки. Вот, ох ты, какой голешник, да? Бакаш, молодец. Может быть, это возвращение в игру. Бакаш точно в 9. Да. Попал здорово. Бросок классный. Классно. Бакаш! 2-0. Роскошная шайба. Вот это номер.